Всем привет! В этом видео я хочу сделать для вас такой очень яркий вечерний макияж, в котором я использовала желтый оттенок теней. Итак, кому интересно, как я сделала такой макияж, то оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра! Я уже нанесла тональный крем на лицо, сделала коррекцию лица, также нанесла базу под тени, и давайте приступим к макияжу глаз. Начну я с того, что прорисую нижнее веко ярко-желтым матовым оттенком от Inglot номер 323. Буду наносить этот оттенок плоской кистью от Zoeva 234. Теперь я прорисую складочку века средним коричневым оттенком из строчки теней номер 107. Теперь более темный оттенок я также нанесу в складочку века. Все это делаю кисточкой растушевочной от Gessa. Теперь я добавлю черный оттенок в самый уголочек глаза. Все той же кистью растушевочной. Теперь я возьму средний коричневый оттенок и растушу все границы, чтобы переход был очень плавный. Для этого буду использовать кисть от Inglot 6SS. Под бровь я нанесу светлый оттенок из строчки теней 111.
На все подвижное веко я буду наносить перламутровый оттенок теней от Inglot номер 154. Наносить буду плоской кистью от Zare 8S. И втушу этот оттенок в темный. Также я добавлю немного темных теней в уголочек глаза во внешний, на нижнее веко. И все подтушую желтым оттенком. Слизистую я порисую черным карандашом. Черной подводкой от Криолан я нарисую стрелки. Я решила еще в уголочек глаза во внешний, на нижнее веко добавить оранжевый оттенок теней. Это троечка 131 номер. Так, я накрашу ресницы, и макияж будет готов. Итак, мой макияж готов. Я накрасила ресницы, и также в уголочке глаз я наклеила накладные реснички. Я надеюсь, этот видеоурок вам был полезен и он вам понравился. Если да, то ставьте пальчики вверх, не забывайте подписываться на мой канал. И всем спасибо за просмотр, всем пока!